Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Хорев, и мне кажется, зашел тот видосик о обзоре на Фудхеде, про паки, и я решил все-таки зарегистрироваться на этом сайте, уже быть как бы официальным пользователем, и тут как раз вот и вышли такие карточки. Это игроки, которые, скорее всего, поедут на чемпионат мира в России. Мы здесь видим самые лучшие, это Варан, Жезуса мы здесь видим. Ну и есть здесь наш бывший знакомый Жулиана, вот. И Ригони из Зенита, так что будет, мне кажется, плюсиком нам, если все-таки попадется кто-нибудь из именно эти карточки. Мне кажется, все они одинаковые, как и обычные у них карточки, рейтинги абсолютно остались прежними. Но все-таки, как для коллекции, все-таки, мне кажется, пригодится. Итак, смотрим, что нам сейчас выпадет. Любая карточка, кроме обычных, ну, вот Волкаут будет хорошо. Салах, герой, сразу же, в первом паке. Ну, посмотрите, тут, кстати, еще и Торрес. Это Санчес. Трансфер Санчеса. Маскерано, Тьяго у нас. Ханданович. Вот если вот обычная золотая и информ. Понятно. Так, Гризман. Вот, Гризман это Волкаут. Новенькая карточка. Француз какой-то. Так, это Жиньяк. Тут Морес, Азил. Вот Азил, это именно Волкаут. Итак, информ. Уже точно есть информ. Ну, что бы не было, снова нам попадается Торрес. Вот, информ. Тьяго, Ермоленко, да, Абумиянг. Это информ. Ну... Мане. Отлично нам выпадает Мане. Нам выпадает обычный Салах. Нам выпадает Старич. Нам выпадает Кавани. Попадаются. Новое. Месси. Месси. Нам снова выпал Месси, друзья. Отлично. Ух. Семеду. Ну блин, друзья, как это понимать? Мы второе видео записываем, только теперь я уже зарегистрированный, и вот этот уже парень, здесь бы я бы и побольше бы порадовался, но, понимаете, я всю свою радость вложил в то видео, когда он мне выпал. Давайте я закрою глаза. Ну, да ладно, катили, синенькая карточка. Не... Месси! Герой! Месси! Мне выпал Месси! Муа! Муа! Кейн и Рибери, волкауты. Ну и тут потихонечку Мертенс. Касильяс. Вот именно в том паке мне попался Касильяс и Месси, но сначала появился как бы Касильяс. Шакири, Уго Льорис, волкаут, отлично. Икера Касильяса. Новенькая карточка. И наконец... Нет, или это та, или не та, я так и не понял. Но Жиру. Нам попался Левандовски, друзья. Игуаин. Бапе. Жиру. Березуцкий. Шаутс, Граутс. И это... Так, ну смотрим. Неймар. Неплохо, друзья. Попался нам Неймар Wants to Watch. Новенькая. Лукаку. Нам выпал Лукаку, друзья. Поаплодируем этому. Тьяго уже был. Так, вот. Мы дождались этого. Вот она, карточка первая. Это Месье Пайет. Кавани. Левандовский снова. Итак, сразу... Вот это я должен, мне кажется, оставить в этом видео. Абумиянг, Максим,
сегодня вылетает из Барселоны, где он был на матче Барселона-Севилья и сходил еще поблизости, был город Жирон, и он был в Жироне и сходил там на матч против Реала. Да, 2-1, 2-1 там и там, но вот только радость у всех по-разному. Кимих Абумиянг, Максим приезжает завтра уже, то есть он в аэропорту уже будет 6 часов, поэтому мы уже в это воскресенье, то есть я это должен видео, ну сегодня, наверное, был. Так, ну и Касилис опять-то, надо спустить. И поэтому, ну что здесь еще, Маркини новый. Ну и все. Поэтому мы в это уже воскресенье, то есть когда вы смотрите, я не знаю, какое это будет число, мне лень уже смотреть просто. Мы идем, на что я вам рассказываю, это и будет для вас секретом. Информ. Ё, Дибала! Пам! Месье Дибала, спасибо вам. Ага. Вот, и в это воскресенье мы кое-куда пойдем, и это будет связано с каналом. Че вы меня обманываете? Уэлбэк! Мбаппе еще. Виллиан там, ну такое. Но Уэлбэк, это вторая уже карточка. Аллах, понятно. Все, молодец. Сколько нам там уже Дибала? Снова. Да, сейчас мы посмотрим. Вот наши пока что карточки. Так, что это? Ну, пофиг нам. Вот, за сегодняшний пак Месси. Кстати, он что-то тут подешевле даже стоит, чем Неймар. Неймар у нас дорогой что-то сильно.